Когда-то давно меня садили на хайку, и я впервые знал, что, что можно писать очень мало. Хайку я так и не преодолел, но мне было интересно, его делать это по-русски, и как делать по-японски, потому что такой человек это невозможно. Мне же давно был цикл 20 граждан. Известь есть весть из мела, фрагмент текста из книги времен, о том, что жизнь, по сути, продукт измены первоначальных имен. Вот бы нам знать имена пра-пра-пра-пра-пра, дельные. Зима. Метель тело льнет. Хочется упустить локоть Константинополя. Небо не быть. Небо не Бог. Долго комкал письмо. Переломал все буквы. Окна в два ясны запотели. Холодно. Секунды царапают кожу. Лист тела тронут едва. Душа. Капает кран. Пульсирует вена. Сигналы точного времени. В раме окна пространство, равенство, братство, свобода. Место под солнцем здесь, зимой, на снегу. Вместо меня, место мое, имя мое, не я. Путешествие не приводит к цели, только сны. Пьянство боль. Стену тенью подобру, пружинит тень, стена рушится на спину. Илья спиной на стену падаю, подаю плохой пример. Не пионер, не первый, не впервой. Буду, когда разбудишь. Сентябрь. Облачно, яблочно. Будущее. Настоящее, настоящее. Дети, мальчик, мячик, тебе девочка, бедная фетишка, стужа, деревянные деревья. У меня есть хороший знакомый, он живет в Эстонии, это как бы это ее текст. Дина писала стишок, сама того не понимает. Снимите все, я напишу вас стихи. Алкоголизм. О, печень! Моя печаль, о! Читал устав, уснул устав. Одиссея. Путы этики на пути к Итаке. Мы, дети текста, внуки тех, кто. Правнуки, кто тех, кто текст. Ничего не меняется в тени старого тополя. Обознался. Тополь не то.